сейчас едем на крестины к знакомым, то есть будут крестить малыша, и меня попросили, так как я фоткал как бы праздник, день рождения моей младшей сестры, знакомой понравилось, и она хочет, чтобы я пофоткал и крестины ее ребенка, так что я сегодня в роли фотографа, не знаю, удастся ли поснимать, но все-таки я поснимаю им крестины. Фух, только я примерно к 8 вечера, ай, упало что-нибудь, только к 8 вечера я смог добраться сегодня домой. Вот пофоткал уже 8 часов, фоткал я минут 40. В итоге я аж был бесплатно приглашен пофоткать церемонию, посвящение или как там крестят детей, вот. Всю эту церемонию попросили пофоткать, бесплатно согласился, знакомые, все дела. Пофоткал, в итоге я оказался еще приглашенным в ресторан, где мы посидели в ресторане. И еще плюс я получил свой гонорар, то есть мне еще и заплатили за то, что я пофоткал. Поэтому за те 40 минут, которые я пофоткал, гонорар оказался очень даже для меня приемлемым. И мне надоело, что мне надо на улице, тем более сейчас весна, ветер очень сильный, почти везде. Нельзя найти место, кроме дома, где можно укрыться от ветра. Поэтому вот мне надоело постоянно находить где-то место. Вы вот видите только фрагменты видео, а на самом деле каждый раз я по минут 20 ищу, где я могу найти место, где не будет ветра и в камеру не будут попадать в шипящие звуки. И вот я, моя маленькая мечта, когда я начинал еще только снимать, я мечтал, чтобы у меня была профессиональная камера, зеркалка, на которую я мог хорошо снимать, и сверху был микрофон компании Rode. То есть это есть всякие дешевые накамерные микрофоны, которые и пишут они звук ужасно, то есть встроенный даже лучше будет писать, потому что тут хороший встроенный микрофон. Вот я мечтал именно о зеркалке и сверху микрофон Rode. Зеркалка, как вы меня видите, есть. Это половина мечты выполнилась. Осталось купить микрофон Rode. Это такие микрофоны, которые почти все профессиональные блогеры используют. Вот я вот в ближайшее время хочу себе такой вот куплю. И куплю, и в общем будет звук отличный. И он против ветра устойчив очень хорошо. И звук будет муа, даже при ветреной погоде вы ничего не услышите, ничего не заметите, будет все круто. Кстати, с Аленой Веном, вот та вот ситуация, которая произошла, такая странная. Они все-таки приходили реально тогда на Крещатик, только их не пустили на место встречи. Они не смогли как-то, наверное, туда на мопеде проехать, и поэтому они пофоткались внизу. А мы караулили вот этот вот круг, который договорились встретить. И в итоге мы не заметили, как они фоткались внизу. И видно, когда они поднимались вверх, когда мы начали бежать, они уже закончили фоткаться и уже уехали. А пофоткались они внизу. Вот так вот обидно. У меня даже одноклассница смогла сфоткаться с ними, а я не смог, хотя специально ехал на фан-встречу. Ну да ладно, в следующий раз я точно успею это сделать.